всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 25 мая, 2018 год. Будем работать над павильоном 3х6. Павильон VIP. Пока что разгрузились, начинаем сборку. Каркас теплицы у нас готов. Сейчас начнем закрывать его поликарбонатом. И заодно вкратце расскажем, как сделать коньковую фрамугу. Стены покрыли. Переходим к крыше. Краткий курс по установке коньковой фрамуги в теплицу системы павильон. Фрамугу готовим на земле. Что значит готовим? Это мы прикручиваем шарниры. Прикручиваем цепочки ограничивающие. И если фрамуга с ручным управлением, прикручиваем ручку и шпингалет. Далее, на теплице крыша у нас покрыта, кроме той секции, где будет установлена фрамуга. Весь выступающий поликарбонат подрезаем по арке. Видите? Там, где будет фрамуга, поликарбонат срезан. И сейчас будем прикручивать фрамугу. Все, примерили фрамугу, если все ровненько, прикрутили. Фрамуга должна встать четко в створ, не задевать. Был небольшой прозор. Почистили лист поликарбоната. Кроем следующим образом. Доводим его до фрамуги. Фиксируем на фрамуге. Нижняя часть у нас без полика. Здесь также фиксируем термошайбами. И сейчас нужно этот остаточек срезать и перенести его туда, где пусто. Все, лист подрезали. Вот он у нас стоит. Сразу одели профиль, если такой есть в комплектации. Идем на другую сторону ставить его. Все, лист зафиксировали. Осталось его подрезать, одеть профиль, если есть такой в комплектации. Если нет, то подрезать и прикрутить. Если с профилем, то одеть профиль и потом уже прокрутить. Фрамуга готова. Осталось поставить рычаг и зафиксировать цепочки. Подошел к концу у нас монтаж теплицы павильон 3х6. Пойдем смотреть. С одного торца у нас разрезная дверь форточка установлена. С другого торца торцевая форточка. Система подвязки под винитки на каждую сторону. Каркас теплицы у нас из трубы 20х40, основная арка, подпирающая 20х20. Арки выполнены в виде ферм. Все это у нас стоит на брусе 100х100, пропитан антисептиком, закреплен шпалом с помощью уголков. Все края у поликарбоната защищены торцевым профилем. Поликарбонат 54 мм, 0,7 плотность. Для большей жесткости внутри есть диагонали укосины. Фрамуга коньковая, вот как раз сейчас показывает, как она работает.
два положения и полностью закрыт. Вот так изнутри выглядит готовая установленная фрамуга, покрытая поликарбонатом. У нас шоручка шпингалет, достаточно на высоком расстоянии, какой-нибудь стульчик и рычаг-фиксатор на два положения. Цепочки прикручены к фермам на высоту второго положения рычага. Все, задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока!